что такое? Смотри, Анна красный поехал. А? 178-й борт. Подсветка номера не горит. Говорит, прямо едет. Сейчас. Будем оформляться. Вот так снимай из машины. Да нет, не горит уже давно. Две лампочки не горят, видите? Чё ж вы так выходите на это, на службу не видите? Давайте протокол составим тогда. Интересно, дело в лампочке? Я думаю, наверное, все-таки лампочки, даже Равон. А лампочки можете на любой заправке приобрести. Бишкек Петролиум точно есть. Газпром видел, тоже есть. Также в микрорайонах есть магазин ночной, который работает круглосуточно. Не, ну, там микрорайоны тоже, не наш район. А, нет, ну тут, да. Все, инспектор, спасибо большое. Не нарушайте. До свидания. Давай, поздоровимся. А, ассалам алейкум. Да, конечно, вас столько, блин, а я один, я не могу каждого запомнить. Давай, счастливо. Вот так, ребят, инспектора согласились, ну, инспектор в данном случае согласился с нарушением. Красавчики. Чем больше таких будет, тем лучше у нас, надеюсь, будет на дорогах. А так, вам скажу, вы не нарушаете правила дорожного движения, и, пожалуйста, свое номерное освещение всегда следите за ним. Чтобы оно было, точнее, чтобы оно было и оно светилось. Все, давайте, всем пока.